Приветствую вас. Мне кажется, что основная проблема заключается в том, что вы из своей родительской семьи вынесли некую такую неудовлетворенность текущим положением. И, может быть, некий стыд, хотя вы об этом не говорите, но может быть некий стыд своего небогатого материального положения. То есть обратите внимание, вы говорите, что я родилась в небогатой семье и хотела побыстрее встать на ноги, побыстрее начать работать, помогать маме, чтобы не быть обузой. На самом деле, здесь очень важный момент. Побыстрее начать работать, то есть ориентир на материальное. Не быть обузой, не быть обузой, то есть это... Ну, это может быть стыд за отсутствие пользы, приносимой вам. Здесь может быть невозможность быть слабой, быть ребенком, то есть невозможность расслабиться, да, не быть обузой. Здесь в какой-то степени есть неуважение к выбору, например, вашей мамы, собственно, быть вашей мамой, да, вот. Может быть, здесь идет трансляция некоторая того, что именно ваша мама вам, ну, пыталась донести, скажем так. Вот. Достаточно сложно сказать наверняка здесь, но, тем не менее, не быть обузой, то, что вы, в принципе, считаете, что можете быть обузой, это достаточно серьезный такой психологический симптом, я бы сказал. Потому что в купе с первым, где вы пишете, что побыстрее хочу начать работать, вот это все про подавление, да, про подавление своих чувств. То, что всегда есть что-то важнее того, что хочу я. А вот, дальше. Вы пишете про то, что помогать маме. А? То есть, я, конечно, не знаю. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я не прав, но ваша мама здесь мне представляется в качестве такой очень несчастной женщины, которой очень тяжело, вот, которая из последних сил себя преодолевая, пытается что-то сделать. Вот, ну, вам ее жалко. Либо вы ну, считаете, что что-то ей должны сделать. Вот, повторюсь, здесь один из ключевых факторов заключается в том, что вы не несете ответственности за свое рождение. У меня такое ощущение, что для вас это выглядит примерно следующим образом. Вот я родилась, соответственно, нужно теперь за это отвечать. Ну, как бы. При таком раскладе, конечно, сложно
сложно заниматься тем, что нравится, сложно прислушиваться к себе. Дальше. Не совсем ясно, что у вас с отцом. То есть, как у вас складывались отношения с папой. Нет, я это спрашиваю здесь не для того, чтобы пытаться доказать вам, что все проблемы из-за отца, ну из-за отношений с папой, нет. Я просто хочу обратить ваше внимание, что если от отца вы были отделены, если у вас не полная семья, то есть мама-одиночка, или просто с отцом проблемы какие-то, или его не было вообще, то в таком случае можно сказать, что это могло повлиять на вас. Ну, например, вы можете чувствовать себя именно что брошенный из-за того, что отца у вас нет. Ну, не факт, конечно, совсем не факт, но тем не менее. Вот, это тоже очень важный момент. Следующее, это идеализация. Понимаете, вы достаточно идеализировали, а после и достаточно сильно деидеализировали работу, профессию. Вот, и у этого тоже есть причина. То есть есть причины, по которым вы идеализировали. То есть ставили себе чересчур глобальные, амбициозные цели. Вот, такие как изменить мир, там, помочь стране в целом и так далее. Ага. Опять же, я, конечно, не знаю, но то, что вы разочаровались в своей идее, например, свидетельствует о том, что вот при всем моем уважении к вашей позиции, да, значит, помочь своей стране и так далее. Мне думается, что в этом были некоторые личные моменты, лично была в этом заинтересованность, и в этом факте самом по себе плохого ничего нет, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения это неплохо. Но наверное, это же таит в себе для вас некоторые трудности, подводные камни. А именно, какие могут это быть подводные камни? Игнорирование того, что вам, например, хочется. Вот. Дальше. Отвечая на ваш такой достаточно глобальный вопрос, как себя понять? Как понять себя? Спрашиваете вы. Я отвечу вам честно и скажу, что не знаю, как вам себя понять, потому что способы
способ себя понять. А будет найден только после того, как будет с вами проведена работа определенно. Да? Потому что неизвестно, какой вы человек, какие модели психотерапии, например, вам подходят, да? То есть, что вам подходит больше. И мне кажется, что это достаточно важный момент. То есть нельзя просто всех людей, вот всех абсолютно людей, под одну какую-то вот, гребенку, да, вот. Это, наверное, было бы несправедливо, потому что, все-таки все люди разные, и как бы варианты, варианты понимания себя, да, они, в принципе, на мой взгляд, разные, тоже разные сам по себе. Вот, поэтому мне кажется, честно говоря, что вот по вашему тексту, что вы ставите себе слишком глобальные цели, и исходя из этого я могу сделать предположение, что не очень-то вам и хочется что-то менять, потому что как понять себя — это слишком глобальный вопрос, соответственно, он тяжелый, он откровенно такой трудный, глобальный, соответственно, выполнять его не хочется, цель ставится недостижима. Как найти свое призвание — то же самое, слишком глобальная, слишком большая цель, потому что призвание можно искать, в принципе, всю жизнь. И если человек занимается каким-то делом, то и дело это ему нравится, то не факт, что это его призвание. Не факт, совершенно не факт. А это может быть, как бы со временем меняться. И абсолютно нормально, что человек со временем, с возрастом, в общем-то, меняет свою деятельность, потому что меняются какие-то взгляды, меняются ценности, меняются приоритеты. И призвание может тоже меняться. Вы же такое ощущение, что хотите что-то такое монументальное найти. Вот. Еще один конфликт — это то, что вы спрашиваете, значит, как быть с тем, что я не подтвердил собственные ожидания. Понимаете, здесь некоторое заблуждение. Дело в том, что собственных ожиданий у вас, скорее всего, нет. Именно собственных ожиданий. На мой взгляд, ожидания могут быть, не могут быть собственные. Ожидания могут быть только чьи-то, какого-то другого человека могут быть ожидания. Вот, понимаете? Поэтому здесь я бы сказал, что вы в какой-то степени, наверное, пытаетесь реализовать, как я думаю, ожидания своей мамы. Ну, мне так кажется. Вот. Ну, или ожидания кого-то еще. Например, ожидания там, окружающих там по вашему мнению и так далее. То есть вот здесь примерно такая история. Здесь примерно
такой момент. Дальше. Вопрос не в ожидании. Тесты. Тесты вам не помогут, потому что тесты это как бы больше такие статичные данные, статистические данные, я бы сказал. Вот, и, соответственно, как бы, опять же, тот факт, что вы ориентируетесь на тест, ну, говорит о том, что вы пытаетесь, значит, как-то вот унифицировать свою проблематику, вот, и не желаете в ней разбираться, я бы сказал. Так. Вот. И, соответственно, вы хотите найти какое-то вот быстрое решение. Вот. А быстрого решения нет, потому что необходимо научиться осознавать себя, необходимо найти противоречия, вот, необходимо найти конфликты ваши, страхи, вот, болезненные некоторые моменты, которые вне всякого сомнения присутствуют. Вот, и, соответственно, тогда уже решать и смотреть, как можно скорректировать данную ситуацию. Вот. Ну, на мой взгляд, это выглядит примерно так. Вот примерно в таком, ну, в таком примерно ключе вопрос обстоит. Так, дальше. Сейчас мне 25. Как разобраться в себе? Ну, опять же, что именно вы хотите решить, да? То есть, вот, почему вас так волнует вопрос призвания? То есть, не столько волнует вопрос того, что мне нравится, сколько мне вопрос успешности. Понимаете, в чем хитрость, вот именно хитрость, всё. Хитрость вся в том, что успешность всегда социально ориентирована. Успешность всегда, ну, социально обусловлена. То есть успешность всегда определяется другими людьми. И получается, что вы зависимы будете от, значит, мнения других людей. Вот, будете зависимы от оценки других людей. Вот. И, соответственно, вам будет только лишь сниться собственная независимость, собственная свобода и так далее. Вот. И будет постоянная тревожность из-за того, что это может исчезнуть. Ну, это и правда может исчезнуть, потому как вообще-то говоря, стоит людям поменять свое мнение относительно того, что вы делаете, и все, тут же вы окажетесь, что называется, не у дел. Вот, ну, как вы сами понимаете, да, это
постоянная угроза. Это вот именно что постоянная угроза потери какой-то вот успешности, да, и так далее. Вот. И, естественно, конечно же, ничего хорошего в этом, в принципе, ну, быть не может, ничего, безусловно. Вот, поэтому это, на самом деле, путь в никуда. Да, успешность это всегда, повторюсь, социально, такая вот именно социально обусловленная история. Дальше. Стоит ли снова поступать в ВУЗ? Ну, это вам решать вопрос целей. Вопрос адекватного целеполагания. Страх и разочарование – это, во-первых, как правило, это глобальное недоверие, недоверие себе. Вот. Ну, в целом, это глобальное недоверие себе. Вот именно, это именно, что недоверие своим собственным решениям, своим собственным выборам, своему собственным выбором. Вот, и, в общем-то, ну, это можно и нужно корректировать, да, чтобы такого не было, вот, чтобы не было такой проблематики у вас, чтобы это все-таки, ну, было, ну, как-то в большей степени адекватно тому, что вы хотели бы для себя. Вот. А, следующий момент. Ага, значит, помогите, пожалуйста, с советом. Ну, здесь, понимаете, сложность вся в том, что психологи не дают советов, вот. Мы помогаем человеку разобраться в себе, вот. Но не даем советов никаких. Поэтому разобраться в себе, да, пожалуйста. Вот. А вот по поводу советов уже решите сам, как вам действовать. То есть когда и если вы разберетесь в себе, когда и если вы, значит, будете лучше в какой-то степени, да, понимать себя, вот, то, соответственно, сможете уже и решить, как вам поступать. Ну, вот, в этой ситуации. По поводу книг, то, что я хочу сказать по поводу книг. На мой взгляд, книги это не то, что реально помогает человеку, у которого есть, скажем так, проблема. Вот, потому что, книга содержит в себе просто знание,
вот, и не содержит в себе того элемента психотерапии, вот, того элемента беседы, того элемента развития, который, ну, который возможен через, в том числе, беседу. Вот. Что дает психологическая консультация? Вот. Что дает психотерапия? Вот. Поэтому книги это не то, что могло бы вам помочь адекватно. Вот, на мой взгляд, книги в данном случае будут вас еще больше отвлекать только ну, от решения своей задачи. И вы не приблизитесь к ее решению, на мой взгляд. Повторюсь, это все на мой взгляд. Исключительно мое мнение. Вот. То есть я книги вам рекомендовать бы не стал. Вот. Ну, просто потому что, да, это может быть негативно. То есть вы и так человек достаточно склонны к тому, чтобы рационализировать какие-то вещи. Вот. А если еще будете через книги пытаться решать свои проблемы, вот, то, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому давайте постараемся ну, решать проблему в соответствии с правилами, в соответствии с гуманистическим отношением к вам. Вот. Значит, вполне вероятно, что вам имело бы смысл обратиться к коучу. Вот. То есть, ну, именно коуч. Именно коуч. То есть, это коуч-тренер, может быть, да? То есть, это вот такая каждодневная работа. Вот. Может быть, имеет смысл заняться психотерапией. Да, да, то есть я, честно говоря, не знаю, как. Лучше я не знаю, какой вариант вам больше подойдет. Вот, потому что это, опять же, вам нужно решать как-то самой этот вопрос. Вот. Ага. Но в любом случае варианты, на мой взгляд, именно такие. Именно вот если говорить о вариантах. Варианты, ну, решения данной проблемы вашей. Теперь, еще пару слов я хотел сказать по поводу середины.
Значит, при выборе профессии мной двигали две вещи. Я представлял, что офисные работники получают хорошую зарплату и станут великим экономистом. Да. То есть здесь у вас есть такое желание о себе заявить. Понимаете, в чем штука? Желание о себе заявить, ни о чем не говорит само по себе. Важно, чтобы желание, ну, заявить о себе было не самоцелью, да? Вы говорите, что хотите, хотели, значит, ну, развивать страну, вот дальше вы пишете, который поможет развитию нашей страны. То есть это вот желание, наверное, наполнить себя чем-то. Может быть, это желание наполнить свою жизнь смыслом. Может быть, это желание делать что-то важное, вот, что-то значимое и так далее. Ну, правда, заключается в том, что само по себе, вот, без некого контентного содержания, это не имеет значения. Вот. И как бы помощь, значит, ну, развитию той же страны, ну, возможно, через, скорее, создание тогда уж продукта, вот, а не его, как вот то, что вы пишете, ну, наверное, учет. Вот. И тот факт, что вы стали разочаровываться, ну вот в том, чем занимались, вот, говорит о том, что, ну, о том, что не совсем этим вы хотели бы заниматься. То есть, это говорит о том, что за данным аспектом стоит что-то еще. Вопрос только в том, что именно стоит. Дальше. Значит, так, пробовал, значит, работать офицером, но вернулась в бухгалтерию за стабильностью и за возможность купить квартиру в ипотеку. А зачем? Вот понимаете, стабильность — это уверенность. Уверенность, ну, наверное, в первую очередь в себе. И получается, в таком случае, что в себе вы не уверены. Ну, до конца получается. Если вы себе не уверены до конца, то получается, что вы пытаетесь компенсировать вот то, что, ну, то, что вы не уверены, да? Вы пытаетесь компенсировать это за счет
стабильной работы. Ну, мне кажется, что это немножечко путь в никуда. Ну, как минимум, это путь в никуда. Да? Потому что получается, что не столько вам нужна работа, да, сколько вам нужна стабильность, какая-то опора и так далее. Ну, то есть возможность по факту чувствовать себя хорошо, возможность по факту чувствовать себя комфортно, наверное. Хотя тут я, безусловно, могу быть не прав здесь, в этом аспекте я могу быть не прав, конечно же. Вот. Так что это такой достаточно важный, на мой взгляд, момент, что на работе вы сейчас ради стабильности. Вот. И конечно же, совершенно логично, что не особо у вас получается найти себя, не особо у вас получается реализовать себя, потому что, ну, а как себя реализуешь, если то, чем вы занимаетесь, значит, ну, например, регулируется, допустим, тем, что вы хотите купить квартиру, вот. Понимаете? То есть, как бы, это вот очень показательный момент. Это показательный момент того, на что вы ориентированы. Вы решаете сейчас проблему стабильности своей, проблему уверенности в себе и проблему, ну вот, приобретения жилья. Я не говорю, что это плохо, обязательно, нет, поймите правильно, это неплохо. Но если мы говорим с вами именно о какой-то реализации, да, если мы с вами говорим о какой-то реализации, если мы с вами говорим о том, чтобы найти свое призвание и так далее, то покупка квартиры, например, и стабильность, ну, далеко не лучшие мотиваторы для подобного достижения. Вот. Поэтому я думаю, что вам необходимо в том числе переоценка ценностей ваших. Вам необходим рост, мне кажется, ну, личностный рост, скажем так, да, чтобы ставить себе адекватные цели и адекватные задачи. И нужна некоторая, наверное, поведенческая коррекция, вот, потому что
на мой взгляд, вы крайне неумело используете свои ресурсы. То есть не экономно вы их используете. Вот. Я повторюсь, я могу ошибаться, вот, я могу чего-то не понимать, и я ни в коем случае не хочу, чтобы вы думали, что все сказанное мной является истиной. Последней инстанции нет, но тем не менее. Вот это то, что я хотел вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.